это одна из главных достопримечательностей города Рыбница. Здесь можно отлично провести время в кругу своих друзей. Это очень уютное место. Здесь, насколько меняется мой родной город, да, он становится красочнее, он становится, наверное, даже немножко волшебнее. В вечернее время, когда заходишь в парк, освещение, подсветки, они создают особую романтическую атмосферу, сказочную. И здесь также полно людей каждый вечер, и особенно по субботам, когда у нас в парке проводятся дискотеки. Мы пришли с семьей сегодня, с мужем и с двумя дочками погулять после работы, подышать свежим воздухом. Гордимся, что мы здесь родились, гордимся этим парком. И после этого ремонта, как его оборудовали, как сделали, все фонтаны очень красиво. Слободзея – город романтиков. Вы видите, что на скамеечках сидят пары, влюбленные. Вы здесь с трудом найдете место на скамеечке. Ну вот, особенно в выходные дни. В нашем городе одно из самых красивых мест. Часто сюда приходим гулять с друзьями. Просто сидим, а иногда я бегаю вокруг фонтана. Очень приятно, вы знаете, такое необычное как-то, знаете, сейчас столько народу собрал, такая радость. А здесь у меня здесь много внуков, вместе с внучатами гуляю. Это самая маленькая у меня, Аришечка. Очень молодцы, так здорово сделали. Сейчас, особенно центр города, он очень преобразился. И мне кажется, вот везде, где ты не пройдешь, где ты не присядешь, это ты получишь действительно наслаждение. Детям это все нравится, они бегают между водой, между фонтанчиками. Очень красивое освещение. Я тут часто гуляю, могу пойти погулять, послушать музыку, встретить добрых людей. Сколько бы не было печали, знаю я, не хочу видеть слез на твоих щеках. Да, каждый вечер выходим, отдыхаем, бадминтон, футбол. Тут светло, много народу, и можно просто пройтись, полюбоваться с таким красивым местом. И им тоже очень хочется пообщаться, потому что любят именно людей. Бендеры – это мой родной город. Я здесь родилась, я здесь выросла. Я помню, как менялось все, даже эта площадь, как раньше была, как сейчас. И Вот есть миллионы разных других городов, стран, которые все хотят посетить, но это прям такое душевное, родное, тихое, любимое место, и всегда хочется сюда возвращаться.